Здравствуйте, уважаемые любители музыки! Телеканал «Россия Культура» представляет, пожалуй, одно из центральных событий всего музыкального сезона в мире – гала-концерт в честь столетия со дня рождения Леонарда Бернстайна. Концерт проходит на знаменитом Тэнгвудском музыкальном фестивале в Массачусетсе, США, в летней резиденции Бостонского симфонического оркестра. 50 лет жизни Леонарда Бернстайна были тесно связаны с этим местом, с Тэнгвудом. Именно здесь будущий великий дирижер и композитор стал студентом первой летней музыкальной академии и учеником знаменитого Сергея Кусевицкого. Затем Бернстайн долгие годы тут активно преподавал и, конечно, дал бесчисленное множество концертов. На сцене музыкальный руководитель Бостонского симфонического оркестра Андрис Нелсонс открывает концерт увертюры к мюзиклу Бернстайна «Кандид». Thank you.
маэстро Андрис Нелсонс и Бостонский симфонический оркестр. Сегодня на этой сцене не только оркестранты из Бостона. Многие крупнейшие коллективы с мировым именем делегировали своих ведущих солистов для выступления в составе этого необычного сводного оркестра. Нью-Йоркский филармонический, Венский филармонический, Израильский филармонический. А еще звездная команда дирижеров, солистов и артистов Бродвея приехала в Бостон для участия в этом проекте. На сцене ведущая вечера — популярная актриса театра и кино Одра Макдональд. Она говорит, что Леонардо Бернстайна и Бостонский оркестр связывали совершенно особые творческие отношения, которые были своего рода подтверждением философского закона единства и борьбы противоположностей. И это так типично для самого Бернстайна, ведь он был человеком и терзаемым, и в то же время благословенным, и двойственным, и вполне определенным, и столь же совсем одиноким и погруженным в себя, сколь и невероятно бурным и жизнерадостным. На сцене американская скрипачка Мидори, которая исполнит фрагмент серенады Бернстайна, скрипичного концерта, написанного им для Исаака Стерна. Оркестром будет управлять немецкий дирижер и пианист Кристоф Эшенбах. Thank you.
Хаддиш. Третья симфония Бернстайна, где автор обращается к библейским текстам Старого Завета. Фрагмент симфонии исполняют хор Тенглвудского фестиваля, солистка Надин Сьерра и дирижер Кит Локхарт. Thank you.
Это Тэнгвудский музыкальный фестиваль и гала-концерт в честь столетия со дня рождения маэстро Леонардо Бернстайна. На сцену выходит виолончелист из Австрии Киан Солтани. Сейчас прозвучит фрагмент мессы Бернстайна, сочинение, где композитор обращается к проблеме кризиса веры и морали в современном обществе. Бернстайн, безусловно, был очень влиятельной фигурой своего времени, и подобные темы его всегда интересовали. Он настаивал на том, что музыкальная жизнь не может быть отделена от жизни общества, а его политические взгляды порой весьма сильно вредили его карьере. Thank you.
Киан Солтани, австрийский виолончелист, и фрагмент мессы Леонардо Бернстайна. Хорошо известна история мгновенного взлета Бернстайна. В свои 25 он заменил внезапно заболевшего Бруно Вальтера и блестяще провел концерт оркестра Нью-Йоркской филармонии. К этому времени у Бернстайна за плечами была учеба в Тенглвуде у знаменитого россиянина, контрабасиста и дирижера Сергея Кусевицкого. Эту историю продолжит небольшой фильм, специально подготовленный для гала-концерта. Круг жизни. Бернстайн и Тенглвуд. Джон Уильямс. Во многом особая атмосфера Тенглвуда непосредственно связана с именем нашего Ленни, Копленда и до этого, конечно, Кусевицкого. И когда Ленни приезжал на одном из своих белых кабриолетов в плаще, казалось, у всех перехватывало дыхание. Он был полон жизни. Он выходил непринужденно и каждого приветствовал очень тепло. И в тот же момент все вокруг менялось. Тенглвуд и Ленни становились единым целым. Рассказывает Леонард Бернстайн. 8 июля 1940 года открылся первый сезон музыкального центра в Беркшире. Каким-то чудом основатель и директор центра Сергей Кусевицкий принял меня в студенты дирижерского класса. Это было начало яркого блистательного периода. Это были годы обучения и оттачивания мастерства. Дирижирует Бернстайн, сюита Шахерезада. Это были годы, когда я впервые выступил с оркестром и дирижировал первой оперой «Питер Граймс» Бенджамина Бриттона. Любовь, которая исходила от него, была невероятной. К концу первой недели мы общались как отец и сын. Мы сохранили крепкую дружбу до конца его дней. Он умер 11 лет спустя у меня на руках. Бернстайн дирижирует торжественные мессы на концерте памяти Кусевицкого. Я не мог представить свою жизнь без него. Говорит Сейджи Озава. Ленни был видным учеником Кусевицкого. И у него была своего рода мечта соединить имя Кусевицкого и Тенглвуд. Поэтому, я думаю, он каждый год приезжает в Тенглвуд и работает с молодыми студентами. Я тоже учился в Тенглвуде, и поэтому, я думаю, я продолжаю дело господина Бернстайна. Майк Уоллес. Каждое лето он возвращается сюда, к Беркширским холмам, в это место с зелеными лужайками и огромными старыми деревьями, где раздается музыка с главной сцены Тенглвуда. Он проводит много часов, работая с молодыми дирижерами, которые мечтают повторить его карьеру. И еще больше времени он проводит со студенческим оркестром, добиваясь от них звучания на профессиональном уровне. Говорит Леонард Бернстайн, 30 лет назад, практически в этот же день, я сидел там, где сидите вы, из книги Леонарда Бернстайна «Принцип надежды». И великий Кусевицкий стоял и говорил с нами. Он говорил с нами о приверженности и преданности искусству, преданности музыке и работе. Я помню, он часто повторял фразу «главная линия». Я никогда не забуду ее. Он имел в виду линию или путь, которому должен следовать любой мастер, любой ценой. Этот путь постоянного самопостижения, путь к истине, который открывается через музыкальное искусство. Звучит вторая симфония Брамса. «Когда я возвращаюсь в Тенглвуд, меня охватывает ностальгия». Но этим летом 72-го на меня нахлынули яркие воспоминания о Кусевицком, который дирижировал этой брамсовской симфонией. Он так ее любил. Теплота и величие его исполнения можно было ощущать в этом зале. И казалось, мне ничего не стоило оживить эти воспоминания. Я стал вспоминать репетиции, на которых бывал, и особенно его вдохновляющий и воодушевляющий стиль преподавания. Я безгранично благодарен ему. Я стараюсь отблагодарить его тем, что продолжаю его мечту и передаю знания, полученные от него, другим поколениям. Бернстайн, вы играете в бейсбол? Подавали мяч? Нет, я играю в баскетбол. Мидори. В 1986 мне было 14,
Я выступала с Бостонским симфоническим оркестром. И в последний момент струна ми порвалась на моей скрипке. Я подошла к концертмейстеру, и он не удивился, потому что это случается со скрипачами. И он отдал мне свой инструмент. Я начала играть. Играю, и струна ми рвется и на этой струне тоже. Я возвращаюсь. Концертмейстер играл на инструменте с четырьмя струнами, и он отдал мне свой инструмент. Это уже была скрипка второго концертмейстера. Я успешно завершила свое выступление. Юбилейный концерт к 70-летию Бернстайна. Бертон Бернстайн. Каждый раз, когда Ленни выступал в Тэнглвуде, наступало то, что мы называли бернстайнской погодой. Это была шутка. И каким бы ни был плохим прогноз погоды, всякий раз, когда выступал Ленни, небо прояснялось, и погода была прекрасная. Было приятно и очень красиво, и все говорили, что ждут бернстайнскую погоду. И на самом деле это было так. Было ощущение, что когда Ленни играл, кто-то сверху ему улыбался. В день последнего концерта, 19 августа 1990 года, погода была похожа на ноябрьскую. Было холодно, дождливо и очень угрюмо. Заключительный концерт, 7-я симфония Бетховена. Когда я приехал в Тэнглвуд на тот концерт, я уже знал, что что-то пойдет не так. Говорит Крейг Эркхарт. После того вечера мы сидели, и он говорит, знаете, круг замкнулся. Здесь я выступил с первым концертом, здесь сыграл последний. Всего 50 лет. Говорит Бертон Бернстайн. Я думаю, тогда все почувствовали это. И, конечно, наверное, пару дней спустя было объявлено о том, что он больше не будет дирижировать. И вскоре после этого он скончался. Говорит Леонард Бернстайн, пятая симфония Чайковского была визитной карточкой Кусовицкого, его лейтмотивом, концерт памяти Кусовицкого. Я очень сильно ощущал его присутствие на сцене, его дух, его любовь, дружбу и человечность. Я благодарен Господу, потому что это именно то, что делает Тэнглвуд невероятным местом, каким он остается и по сей день. Мы возвращаемся на главную сцену Тэнглвудского фестиваля. И сейчас в программе «Вестсайдская история» и «Звезды Бродвея». Thank you.
Against the sharks, we need every man we got. Tony don't belong anymore. Cut it, action boy. I and Tony started the Jets. Well, he acts like he don't want to belong. Who wouldn't want to belong to the Jets? Right. Tony ain't been with us for over a month. What about the day we clobbered the Emeralds? Which we couldn't have done without Tony. He saved my ever-loving neck. Right. He's always come through for us, and he will now. When you're a Jet all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a Jet, if the spit hits the fan, you got brothers around, you're a family man. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own, when company's expected, you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a Jet, you stay a Jet. I know Tony like I know me. I guarantee you count him in. In, out, let's get cracked. Where are you gonna find Bernardo? At the dance tonight, at the gym. But the gym is neutral territory. I'm gonna make nice there. I'm only gonna challenge him. Oh, great, Daddy-O. So everybody dress up. Sweet and sharp. Oh, when the Jets fall in at the Cornwall Dance, we'll be the sweetest dress in the game. In pants, and when the Shakespeare plus in our jet black ties, they're gonna flip. Sweet. Meet Tony and me at 10 and walk tall. We always walk tall. We're Jets. That's right. When you're a Jet, you're the top cat in town. You're the gold medal kid with a heavyweight crown. When you're a Jet, you're the swingin'est thing. Little boy, you're a man. Little man, you're a king. The Jets are in gear. Our cylinders are clicking. The Sharks will steer clear. Cause every Puerto Rican's a lousy chicken. Here come the Jets like a bat out of hell. Someone gets in our way, someone don't feel so well. Here come the Jets, little world step aside. Better go underground, better run, better hide. We're drawing a line, so keep your noses hidden. We're hanging a sign, says visitors forbidden. And we ain't kidding. Here come the Jets, yeah! And gonna beat every last fucking game on the whole fucking street, on the whole ever mother loving street. Maria, the most beautiful sound I ever heard. Maria, 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 Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, 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 Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying, Maria.
it's soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. Sound I ever heard, Maria. Like that, would kill your brother. Forget that boy and find another. One of your own kind, stick to your own kind. A boy like that will give you sorrow. You'll meet another boy tomorrow. One of your own kind, stick to your own kind. A boy who kills cannot love. A boy who kills has no heart. And he's the boy who gets your love and gets your heart. Very smart, Maria, very smart. A boy like that wants one thing only. And when he's done, he'll leave you lonely. He'll murder your love, he murdered mine. Just wait and see. Just wait, Maria. Just wait and see. Anita, no. Anita, no. It isn't true, not for me. It's true for you, not for me. I hear your words, and in my head, I know they're smart. But my heart, Anita, but my heart. Boy like that, kill your brother. And my heart. Get that boy and find another. One of your own kind. Stick to your own kind. To him alone. To him alone. One thing I know. A boy who kills cannot love. I don't care. A boy who kills has no heart. I don't know. And he's the boy who gets so your love and I gets your know. Heart. You were in love, or so you said. You should know better. I do.
another day tonight. I have that way tonight. The Puerto Ricans grumble, fair fight, but if they start a rumble, we'll rumble them right. We're gonna hand them a surprise tonight. We're gonna cut them down to size tonight. Said okay, no rumpus, no tricks, but just in case they jump us, we're ready to mix tonight. We're gonna rock it tonight. We're gonna jazz it up and have us a ball. They're gonna get it tonight. The more they turn it on, the harder they fall. Well, they began it. Well, they began it. And we're the ones to stop them once and for all. Anita's gonna get her kicks tonight. We'll have a private little mix tonight. He'll work in hot and tired, so what? Don't matter if he's tired, as long as he's hot. Tonight, tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning star. On you to be there tonight. When Diesel wins it fair and square tonight. That Puerto Rican punk'll go down, and when he's hollered uncle, we'll tear up the town. Tonight, so I can count on you, boy. Tonight, all right. We're gonna have us a ball. All right. Tonight, Joe. Squirm the worm. I'll see you there about 8 tonight. We're gonna jazz it tonight. Изабель Леонард, Джессика Воск, Тони Язбек и другие ведущие актеры театров Бродвея, дирижер Майкл Тилсон Томас. «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна – это один из наиболее известных и часто исполняемых мюзиклов не только на Бродвее, но и во всем мире. Он был написан на слова Стивена Сондхайма в 1957 году, и с тех пор повсюду его сопровождает грандиозный успех. И, конечно же, одноименный фильм. Киноверсия мюзикла была создана 4 года спустя после премьеры на Бродвее. Мюзикл принес огромную известность Бернстайну, и сегодня это достояние американской нации. Можно понять такую реакцию публики Тэнглвудского фестиваля. Партитура Бернстайна в исполнении такого потрясающего оркестра и звезд Бродвея – это настоящий триумф. Ну что ж, мы продолжаем. На сцену выходит знаменитый оперный певец, солист Метрополитен-оперы Томас Хэмпсон. За дирижерским пультом вновь музыкальный руководитель Бостонского симфонического оркестра Андрис Нелсонс. Ich komme bald.
sein. Wenn alle Leute schlafen, so muss ich wachen, ja wachen. Muss traurig sein. Bist gerade tot, bist weit davon. Er ist ein König, er ist ein Kaiser, ein Kaiser. Song is here, there's song.
Томас Хэмпсон. Это была музыка Малера, одного из любимых композиторов Бернстайна. Далее в программе музыка Аарона Копленда, близкого друга Леонардо Бернстайна. У Копленда Бернстайн учился в Тенглвуде в классе композиции. Одна из особенностей композиторского почерка Копленда – это стремление отразить в своих сочинениях национальное американское звучание. В его музыке и джаз, и блюз, и ковбойские мотивы, и латиноамериканские ритмы, и так финал музыки балета «Весна в Апалачах».
Мы на концерте к столетию со дня рождения Бернстайна, и прямо сейчас мировая премьера. Символ нынешнего поколения американских композиторов Джон Уильямс представит публике свое новое сочинение – «Хайвудское привидение столкновения». Уильямс и Бернстайн долгие годы работали вместе в Тенглвудском музыкальном центре, и однажды ночью Леонард, поднявшись на холм, показал Джону старый дом вдалеке и рассказал легенду про привидение, которое там обитает. Спустя много лет для этого события Джон Уильямс пишет произведение, в котором, надо полагать, средствами музыки передаст свои впечатления о рассказе Бернстайна и атмосфере той ночи в Тенглвуде. Что ж, давайте вместе решим, было ли ему страшно или забавно, а, возможно, он просто наслаждался природой. За дирижерским пультом Джон Уильямс, солист, выдающийся американский виолончелист Йо-Йо Ма. Thank you.
Джон Уильямс и мировая премьера его сочинения «Хайвудское привидение». На Тенгвудском музыкальном фестивале на арене имени Кусевицкого на грандиозном гала-концерте к столетию со дня рождения Бернстайна. Солист Йо-Йо Ма, партия арфы Джессика Джоу. Как мы видим, публика, собравшаяся на арене имени Сергея Кусевицкого, российского музыканта, оставившего яркий след в американском искусстве, горячо и с энтузиазмом приняла мировую премьеру, новое сочинение Джона Уильямса. И, очевидно, не только само сочинение, но и его исполнение Бостонским симфоническим оркестром под управлением автора и солистами. Это большой успех. Ведущий Одра Макдональд. Она говорит о том, как много значил Леонард Бернстайн для всех людей, которым посчастливилось быть рядом с ним. Как много значила его поддержка или даже простое напутствие всегда быть и оставаться самим собой. Конечно, многие участники гала-концерта в силу возраста не были с ним знакомы, и сама Одра также никогда с ним не встречалась, но его дирижерская палочка передается следующим поколениям. И для каждого молодого музыканта это большая ответственность — вовлекать людей, взаимодействовать с окружающим миром так, как это делал Леонард. Поэтому, говорит Одра, маэстро всегда с нами, всегда в наших сердцах. А мы знаем историю про дирижерскую палочку Бернстайна, которую он подарил Владимиру Спивакову, из которой Владимир Теодорович не расстается по сей день. И поэтому все, что сейчас сказал Одра о том, какой невероятно яркой путеводной звездой Леонард был и будет для следующих поколений музыкантов, да, мы подтверждаем, это абсолютная правда. Одре, спасибо, а тем временем мы подошли к кульминации нашего концерта, к финалу программы. Снова Малер. Бернстайн часто отмечал насилие, давление и борьбу в музыке Малера. Но есть и другая, глубинная, духовная сторона, говорил он, которая обволакивает, преодолевает и освещает ярким и мученическим сиянием эти жестокие картины, какой могла бы быть жизнь.
Это был финал второй симфонии Густава Малера, симфонии «Воскресенье». Солистки Надин Сьерра и Сьюзан Грэм. Хор Тенглвудского музыкального фестиваля. Дирижировал музыкальный руководитель Бостонского симфонического оркестра Андрис Нелсонс. Напомню, что сегодня этот оркестр выступает в расширенном составе. В его рядах музыканты из многих стран мира, из коллективов, с которыми маэстро Бернстайн тесно сотрудничал. И для них это способ выразить благодарность великому мастеру и человеку. Основная программа гала-концерта завершилась. Сейчас участники концерта выходят на сцену, чтобы вместе исполнить номер на бис. И это будет композиция «Somewhere» из мюзикла «Вестсайдская история». Это был финальный аккорд гала-концерта Тенглвудского музыкального фестиваля в честь столетия со дня рождения Леонарда Бернстайна. Выдающийся дирижер, композитор, пианист, педагог, неистовый бунтарь, тонкий лирик, неисправимый романтик,
У каждого любителя музыки он абсолютно свой, неповторимый, совсем не такой, как у других. Леонард Бернстайн. На этом трансляция завершается. Вместе с вами концерт смотрел Андрей Пряхин. Программа подготовлена к эфиру ВГТРК.